супруга Андрея, Юрий Шишкарина, практически год, вот будет 31-го, как он ушел в иной мир. Но он с нами, поэтому мероприятие мы решили проводить без траурных ног. Потому что все ушедшие, они все живы, и живы, и пока мы о них помним, и потому что так мир устроен, просто в другом месте. Поэтому во имя жизни, да, как вот можно сказать, живым и павшим от выживших посвящается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Ну, без лишних слов, да, начнем. Первая песня написана мной на стихи Михаила Кошкаша, тоже афганец, поэт. Посвящены эти стихи Андрею Шкарину. Я увидел эти стихи, и у меня сложилась вот такая песня. Писать свои.